Всем привет! Это передача «Я Линуксоид» с Петром Семилетовым. Сегодня я расскажу, как в Linux быстро записать образ ISO, образ диска на флешку. Для этого сначала нам понадобится узнать имя устройства флешки. Как вы знаете, может быть не знаете, в Linux накопители доступны в качестве устройств в каталоге dev. Dev SDA, например, это первый винчестер, DevSDB второй винчестер. Соответственно, если вы вставляете флешку, она становится следующим по алфавиту устройством. В нашем примере это будет уже DevSDC. Но как быть уверенным? Потому что, например, если вы вставили одну флешку, а тут рядом у вас еще вставлен, ну, например, фотоаппарат или мобила в режиме накопителя, то хочется знать точно, какое же устройство соответствует вставленной флешке, чтобы не записать образ диска, скажем, на мобилку или вообще не на винчестер, тем самым похерив все, что там записано. Поэтому, да, еще вот я сегодня все примеры даю под рутом, потому что так удобнее мне, а пользователи Ubuntu, скажем, они привыкли рутовые команды запускать под su. Команда su, ля-ля-ля, потом идет команда, которую они хотят запускать как root. В общем, делайте как вам удобнее. Ставим флешку для примера, вот такая флешечка, и как быстро узнать ее устройство. Вот я, елки-палки, не туда сую. Вот вставил, жду, пока раздуплится флешка, она мне мигает красненьким диодом, и набираем команду dmesg. Не там набираю, dmesg. Опа, вот что нам выдается. После вставки флешки в конце вывода команды dmesg мне пишет название устройства. Вот SDF получается. SDF. Ну и тут идет там log, там new USB device found, ля-ля-ля. Вот это вот SDF флешка. Все, мы узнали устройство. Нам не важно, что на ней два раздела, вот SDF1, SDF2, нам просто важно знать, что флешка это dev, это устройство по пути dev, касая черта SDF. Хорошо, теперь запишем образ диска. Предположим, что мы уже находимся в каталоге, где лежит ISO-шник, и даем здесь нехитрую команду, а именно, ну я же скопировал. Не совсем то, что я хочу показать. О, вот, скопировалось то, что надо. Следующая команда. Команда dd. У нее есть следующие параметры. Вот if input file равно. Тут мы пишем имя образа, который хотим записать. А off это output file, выводной файл, равно вот dev-sdf, то есть флешки. Будьте осторожны, чтобы вот тут не прописать имя вашего винчестера, потому что это чревато. Вы просто загоните образ диска на винчестер, и вам будет не весело. И последний параметр BS. BS, block size, равно 1 мегабайт. Если его не прописать, то запись на флешку будет очень долгой. Можно тут поэкспериментировать, там 2 мегабайта написать. Ну вот 1 мегабайта достаточно, чтобы достаточно быстро записался образ. После этого нажимаем на Enter и ждем, пока
запишется. Ничего при этом на экране происходить не будет. Флешка может мигать, если на ней есть диод. А потом команда DD напишет, что все записано хорошо. А может и не напишет, если она не сможет записать. Еще раз отмечаю, еще раз специально повторяюсь, что вот здесь не должны быть буквы вашего винчестера. Таким образом, хорошо записываются ISO-образы загрузочные дистрибутива в Linux, в индовых игр, кстати, а вот дистрибутивы самой винды, если так писать, то флешка не будет загрузочной. Но это отдельный вопрос, я не хочу в него вникать. Это не касается передачи «Я Linuxoid». Всем пока, спасибо за внимание, до новых встреч!